Всех приветствую на своем YouTube-канале. 7 декабря за окном. Уже третий день ночью мороз минус 10, а днем минус 6. И прогнозы на усиление морозов. Все деревья и кусты на даче полностью сбросили свои листья, кроме ежевики. У меня, напомню, сорт Наваха. Кусту 1,5 года. Посажен на пробу в не очень хорошем месте. Сейчас активно размножаю и буду распространять по участку. Сорт прекрасный, только очень поздний. Поспевает в октябре-ноябре. Как мы видим, зелень, конечно, не как в теплый летний период, но по сравнению с окружающими кустами, очень приятно радует глаз. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поделитесь видео с друзьями. Всем пока и удачи!